Всем добрый вечер. Сегодня очередная пятница. Она страстная. Мы с Сатошей пришли на свою любимую площадку, чтобы продолжить наши маленькие с Сатошей собачьи традиции. И с пятницы на субботу ночь погулять плотно и продуктивно. Площадка только что была занята, но ее освободили. Поэтому Татоша себя чувствует здесь привольно. А папа чувствует себя спокойно, ему не надо переживать, что Татоша на кого-нибудь задерется. Вот. Побудем здесь до полуночи. Сейчас еще только начало 11-го. Погода, в принципе, комфортная, но прохладная сегодня в Москве. Завтра начинается Пасха. Все будут заняты куличами и прочими праздничными мероприятиями. Будут друг друга поздравлять в воскресенье, наверное. А мы завтра еще умудримся с Сатошей погулять. Так что. Вечерний привет вам с площадки у питомцев в Москве. Вот. Сижу под козырьком фирменным и немножко отдыхаю после трудовой недели. Всем хорошего настроения, с наступающим светлым праздником Пасхи.